Когда Координационный совет оппозиции только создавался, я и ряд других политологов сказали, что он очень скоро развалится. Вот не прошло, как говорится, и года, да, как он развалился, потому что люди, которые в него входили, они вовсе не нацелены на какую-то организационную работу. То есть они не собирались ничего координировать, не заниматься какой-то там деятельностью по объединению оппозиции. Им нужен был определенный самопиар, который они получили во время этих выборов в этот Координационный совет. После этого работать они совершенно не собирались, не являлись на этот Координационный совет. И он остался мертвым органом, значит, который не нужен ни им, ни оппозиции. Такая же судьба постигнет все будущие координационные советы, если они будут пытаться возникать. Потому что нашу оппозицию, к сожалению или к счастью, возглавляют люди, ни на что не способные.